Это победители конкурса «Голос молодых» Одинцова. Они собрались сегодня в обновленном здании городской библиотеки номер 1, чтобы встретиться с главой района Андреем Ивановым. По тем фотографиям, которые я наблюдал в своей ленте, была действительно настоящая атмосфера праздника. И эту атмосферу вы успешно передавали тем, кто в этот день пришел на избирательный участок. Это большое стоит. «Голос молодых» – это областная акция, которая в Одинцовском районе получила продолжение. Если по всей Московской области жителям предлагалось лишь сфотографироваться в рамке, украшенной хэштегом «Я выбрал президента», то в Одинцовском районе пошли дальше. За несколько дней до выборов Андрей Иванов объявил конкурс. Призвал молодежь размещать фото с избирательных участков в соцсетях, собирать лайки и бороться за призы. Благодарственным письмом главы Одинцовского района за активную гражданскую позицию и победу в конкурсе «Голос молодых» Одинцова награждается Артеменков Олег Владимирович. В конкурсе приняли участие более 500 человек. Победителей отбирали по количеству лайков под фотографиями. Ими стали 30 жителей района. Все они получили планшеты и благодарственные письма. Мы представляем городское поселение «Большие Везёмы». Мы сегодня почти актив нашего поселения. И очень рада, что мы победили. Для нас это было, можно сказать, неожиданностью, но приятной неожиданностью. Все, кто участвовал в выборах, все большие молодцы, потому что показывают свою гражданскую активность, не скучают дома. И, в общем, я думаю, что это воскресенье они провели в праздничном настроении. Хочется сказать спасибо Андрею Робертовичу за такие прекрасные подарки. И от себя, наверное, от всех, потому что мы посовещались и решили, что никто из нас на самом деле не принимал участие ради конкурса. Все совершенно с одной целью выложили в интернете эти фотографии для того, чтобы просто наше поселение активно себя проявило на выборах. Проснулся сотый раз с великолепным настроением и хотел поделиться этим настроением с людьми. Пришел на выборы, проголосовал, а потом фотографировал людей, разговаривал, общался, звал друзей на выборы. Вот и все. Очень нравится эта акция, конечно, понравилась. Я первый раз в жизни выигрываю что-то, теперь думаю дальше продолжать. Цель этого конкурса, как собственной областной акции, сделать процесс голосования не банальным и интересным для молодежи, стимулировать ее прийти на выборы президента. И цель эта была достигнута. Мы с вами, как Одинцовский район, показали среди районов Подмосковья самый высокий результат. У нас 66,9. Явка на среди районов самая высокая. И в том числе благодаря вам, вашему участию, хэштегам и тем позитивным фотографиям, которые вы выставляли в этот день в социальных сетях. Оригинальную идею акции «Голос молодых» жители Одинцовского района и всего Подмосковья оценили по достоинству. Уже в первые часы голосования в социальных сетях появилось несколько тысяч фотографий, что свидетельствует о политической активности молодого поколения. Анна Макарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».